Good morning. Доброе утро. I think we're ready to begin again. Я думаю, мы снова готовы, чтобы начать. I am impressed that you are able to come in here and to sit hour after hour after hour. Я впечатлен вашей способностью час за часом приходить сюда и высиживать все семинары. I hope you do not get indigestion. Я надеюсь, что у вас не будет от этого несварения. I'm going to invite you to stand and we're going to pray together. Я приглашаю вас подняться для молитвы. Heavenly Father, thank you for bringing us together one more time. Отче Небесный, благодарим Тебя, что Ты снова собрал нас вместе. We want to understand. Мы хотим понимать. We want to please you. Мы хотим угождать Тебе. And to please you, we want to know what it is you want. И чтобы угодить Тебе, мы хотим знать, что Ты хочешь. Guide us as we study this topic together one more time. Руководи нами, когда мы будем размышлять над темой Твоего водительства. And we thank you in Jesus' name. И мы благодарны Тебе во имя Иисуса. Аминь. Аминь. I'm going to invite you to turn with me to the book of Jonah. Я приглашаю вас вместе со мною открыть книгу Ионы. We are studying God's call to each one of us individually. Мы исследуем вопрос Божьего призвания, обращенного к каждому из нас лично. In our first lesson, we saw that the Holy Spirit is a real, true, actual guide. И мы видели в нашем первом исследовании, что Святой Дух является истинным, правдивым нашим руководителем. God wants to guide us. Бог желает руководить нами. And He will guide us if we are willing to be guided by Him. И Он будет направлять нас, если мы будем желать быть руководимыми им. The only problem in this topic of guidance. Единственная проблема в вопросе водительства. Is that God does not always guide His people in the way that they expect to be guided. Это то, что Бог не всегда ведет своих людей тем путем, которым они хотят идти. When the children of Israel left Egypt, когда израильский народ вышли из Египта, they thought that God would guide them straight to Canaan. Они думали, что Он поведет их прямиком в Ханаан. But very soon he went south and went to the Red Sea. Но очень скоро Бог повел их на юг к Черному морю. Now they thought, he is going in the wrong direction. И они подумали, куда-то не туда нас Бог ведет. How can God be our guide when he is going in the wrong direction? Как Бог может быть нашим руководителем, если он ведет нас в неправильном направлении? Except that God knew that they needed to go by the Red Sea to learn some very valuable lessons. Но Бог в то же самое время знал, что им нужно к Черному морю идти, чтобы там научиться чему-то очень важному. Yesterday we saw. Вчера мы видели, that our plans fail, that God's plans for us may succeed. Что наши планы рушатся, чтобы дать возможность Божьим планам осуществиться. I don't like my plans to fail. Мне не нравится, когда мои планы рушатся. When I wake up in the morning, когда я просыпаюсь утром, I organize my whole day. Я планирую заранее весь свой день наперед. And I know what I want to do. И уже у меня есть определенный настрой, And что я хочу my сделать. Wife wakes up. И тут просыпается моя жена. And all my plans fail. И все мои планы расстраиваются. Because she has other plans. Потому что у нее есть другие планы. It is the same with God. И точно так же с Богом. He has other plans also. У него тоже есть другие планы. When I pray for patience, когда я молюсь о терпении, I expect the sweet spirit to come over me. Я ожидаю, что такой ласковый или нежный дух снизойдет на меня. But instead he sends me trials. А вместо этого он посылает мне испытания. When I pray for love, когда я молюсь о любви, I expect God to send me nice people like you. Я ожидаю, что Бог пошлет мне таких милых людей, как вы. But sometimes it is not nice people he sends. Но иногда он посылает в мою жизнь не очень-то таких хороших людей. When I pray for peace, he sends me a storm.
Когда я молюсь о мире, Он посылает мне шторм. When I say to God, I want to serve in your ministry, когда я говорю, Господи, я хочу служить в Твоем служении, He sends me to take care of my old parents. Он посылает меня ухаживать за моими престарелыми родителями. This is how it is being guided by God. Вот как Бог руководит. That can't be guidance, can it? Разве так Бог руководит? Не yeah, может такого быть. This is guidance. Нет, вот именно таково Божье руководство. Мы должны научиться принимать Его водительство. When my wife and I joined this work, когда я со своей женой присоединились к этому служению, nearly 40 years ago, около 40 лет назад, they said, Ellen White believes in a short training. Нам сказали, что Елена Уайт верила в необходимость короткого образования. There is not much time to spend in long education. Нет времени проводить целые годы в образовании. The work needs our help now. Значит, работа Божья требует тружеников уже сейчас. So we went to a place like this. И поэтому мы поехали в подобные учреждения. And we thought in 2 years we will be missionaries in Africa. И мы думали, что через 2 года мы будем миссионерами в Африке. Do you know how long it took us to get to Africa? Знаете, сколько времени ушло, пока мы добрались до Африки? It was 12 years. 12 лет. Was that God's guidance? Было ли это Божье водительство? Yes. Да. That is God's guidance. Вот это именно Божье he водительство. He knows what he is doing. Он знает, что он делает. Also yesterday we talked about commitment. Также вчера мы говорили о посвящении. There is nothing that God prizes so highly. Нет ничего другого, что Бог превозносит так. As the person who is faithful to his commitments. Как человека, который верен своему посвящению. We're going to look at that just a little bit more in looking at the story of Jonah. И мы вернемся к этой мысли еще ненадолго, рассмотрев историю Ионы. We see in the story of Jonah that God gave Jonah some very, very clear guidance. Мы видим в истории об Ионе, что Бог дал Ионе ясное повеление. Verse 1 and 2. В первом и втором стихе. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, и было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину. Arise and go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness has come up before me. Встань и иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. Now you couldn't get any clearer guidance than this. Более ясного повеления или руководства, ну, невозможно себе представить. Jonah knew exactly which city he would be doing a ministry in. Ионе точно был указан город, в котором он должен был совершать служение. Jonah knew exactly what the ministry would be in this city. Иона точно знал, какого вида служения он должен был совершить. He would become an evangelist. Он должен был стать евангелистом. He knew exactly what his message would be. Он точно знал, какую весть провозглашать. How would you like to receive clear guidance like this? Хотели бы вы, вот, чтобы Бог вами руководил таким вот образом? Well, Jonah didn't like it. Ионе не понравилось. Because that's not where he wanted to go. Потому что он не хотел идти именно туда. And that's not what he wanted to do. И это было как раз то, чего он не хотел делать. Do you think God would ask us to do some things we don't want to do sometimes? Как вы думаете, Бог попросит нас делать то, что мы не хотим иногда? Yes, yes. Да, несомненно. And Jonah decided that he would not obey, he would not be led by God, he would go to Tarshish. Иона, прошу прощения, решил не послушаться и убежал в Фарсис. You know, when you turn your back on God, знаете, когда вы отворачиваетесь спиной к Богу, your spiritual experience begins to go down. Ваш духовный опыт начинает разрушаться. And this is what happened to Jonah. И вот то, что произошло с Ионой. The Bible says he went down to Joppa. Написано, что он сошел в Иопию. The Bible says he went down into the ship. Написано, он сошел на корабль. The Bible says he went down into the water. И потом написано, что его бросили вниз, опять And the Bible в воду. Says he went down into the belly of a whale. И там в воде он попал еще глубже, в желудок рыбы. If you look at chapter 2, verse 6. Если мы посмотрим на вторую главу, 6 стих.
Jonah says, I went down to the bottoms of the mountains. The earth with her bars was around me forever. 2:6. Объяли меня воды до души моей. Бездна заключила меня. Морскою травила, морскою травою обвила бы голову, обвита была голова моя. The prophet went down so low. Пророк опустился настолько низко, that there was nowhere else to go but up. Что другого направления с того места уже не было, кроме вверх. And бездна. If he didn't decide to go back up, и если бы он не принял решение двигаться вверх, he would have perished in the bottom of the ocean in the belly of a fish. Он бы погиб бы там, в бездне, в желудке кита. So he prayed. И тогда он начал молиться. And praise God, he repented. И слава Богу, он покаялся. And he thanked God for the experience. И он благодарил Бога за этот опыт. You can look at verses 9 and 10. Посмотрите на 9 и 10 стихи. The prophet says, I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. I will pay what I have vowed. Salvation is of the Lord. 10 стих. А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение. And so the Lord spoke to the fish and told the fish to vomit Jonah out onto the dry land. И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Now this is a good story. Это очень хорошая история. The prophet learned some good lessons. Пророк обрел очень важные уроки. He learned to follow God. Он научился следовать за Богом. He learned to obey. Он научился слушать Его. So now I guess the prophet could go home, right? И с этого момента теперь Иона готов, чтобы отправиться домой. No. Нет. No. Нет. Verse 3. Chapter 3, verse 1. Глава 3, 1 стих. And the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, и было слово Господне к Ионе вторично. Arise and go to Nineveh, that great city, and preach to it the preaching that I bid thee. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе. Wait a minute. Подождите минутку. Hadn't Jonah suffered enough? Разве Иона недостаточно уже настрадался? I thought you said he learned his lessons there in the bottom of the fish. Мне кажется, вы, проповедник, сказали, что он уже усвоил урок. Well, you know, I don't know if he learned his lesson down in the bottom of the fish. Но я не знаю, до конца ли он урок усвоил if там, he didn't learn to obey, he never did learn the lesson. Если он не научился быть послушным, то он не постиг урока. God wanted to make a son of Jonah. Бог хотел из Ионы сделать настоящего сына своего. If you turn with me to Romans chapter 8. Откройте вместе со мной Римлянам 8 главу. We look at verse 14. И прочтем 14 стих. Romans 8, verse 14. Римлянам 8, 14. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии. This is what God was trying to teach Jonah. Вот чему хотел Бог научить Иону. I am God. Я Бог. You are my son. А ты мой сын. If you are my son, I can lead you. Если ты мой сын, я могу руководить тобой. If I ask you to go to Nineveh, you will go to Nineveh. Если я попрошу тебя идти в Ниневию, ты пойдешь в Ниневию. If I ask you to preach against it, you will preach against it. Если я скажу тебе проповедовать против нее, ты будешь проповедовать против нее. And if you do not learn the lesson today, и если ты сегодня не постигнешь урок, I will bring the problem to you tomorrow. То я завтра так тебя в такую же ситуацию поставлю. And if you don't learn the lesson tomorrow, и если ты завтра не решишь эту проблему, I will bring to you the problem some other day. Я в другой день найду тебя. Again and again and again until you learn this lesson. И еще раз, и еще раз, и снова, пока ты не постигнешь урок. Is God a good parent? Бог является ли хорошим отцом? Are you a parent like God is a parent? Вы являетесь таким родителем, как Бог? This is a lesson on how to parent. А вот здесь Бог преподает нам урок, как быть родителем хорошим. Yes, we are teaching our children some things. Мы хотим научить наших детей чему-либо. If they don't obey today, если они не слушают нас сегодня, they will have to
learn to obey tomorrow. Они должны будут научиться слушаться завтра. In My Life Today, page 92, paragraph 2. В книге «Моя жизнь сегодня» 92-я страница, второй абзац. The Lord brings His children. Господь ведет своих детей. Over the same ground again and again. Через одинаковые ситуации снова и снова. Increasing the pressure. Увеличивая давление на них. Until perfect humility fills the mind and the character is transformed. До тех пор, пока совершенное смирение не наполнит их сердце или разум, и характер будет изменен. So the prophet Jonah failed the first time. Итак, когда Иона первый раз не послушался, подвел Бога. God said, it is okay, there is tomorrow. Бог сказал, хорошо, но будет завтрашний день. And as a matter of fact, he allowed him to stay in the belly of a fish for 3 days. И, кстати, Бог позволил ему 3 дня карантина провести в чреве кита. That was bad. Это был плохой опыт. Uh-huh. Yes. But then, но после, he must go again. Он должен был снова направиться туда же. Volume 5, 623, paragraph 1. Пятый том свидетельств для церкви, 623 страница, первый абзац. God will prove them where they have formerly failed. Бог покажет им, где они в прошлом ошиблись. He will try them if they fail, and if they fail under the trial the second time. Он испытает их снова, и если во второй раз они падут. He will bring them around to the same test again. Он снова приведет их к такому же испытанию. В третий раз. Have you ever failed? А вы когда-нибудь падали в своем опыте? Where in your life do you fail? Где в вашей жизни вы совершаете ошибки? В чем? Where in your life have you made a mistake? В чем вы ошибаетесь в своей жизни? Where in your life would you like not to go back again to face? Чему бы вы в своей жизни не хотели бы снова возвращаться? But you have no choice. Но у вас нет выбора. God will bring it back again, around, again and again. Бог вас снова приведет к такой же ситуации, снова и снова. Until you and I do not fail anymore. Пока мы не научимся превозмогать в этой ситуации. Volume 9, 182, paragraph 1. Девятый том свидетельств для церкви, 182 страница, первый абзац. The Lord brings His erring children over the same ground again and again. Господь приводит своих ошибающихся детей в те же ситуации снова и снова. But if we continually fail, но если мы продолжаем падать, to heed the admonition of the Spirit, и не слушаем наставлений Духа, if we fail to reform on every point where we have made mistakes, если мы пренебрегаем, чтобы измениться, пренебрегаем долгом измениться в каждом вопросе, в котором мы ошибались, then it says he will leave them. Он оставит их. To their own weaknesses. Оставит их в их слабости. Would you like God to leave you? Вы бы хотели, чтобы Бог оставил вас? Would you like God to give you your own way? Хотели бы вы, чтобы Бог позволил вам идти своим путем? Do you know that the spirit of prophecy says? Знаете ли вы, что дух пророчества говорит? When God allows a man to have his own way. Что когда Бог позволяет человеку идти своим путем? It is the darkest hour of his life. Это самый темный час в жизни того человека. Wow. But we like to have our own way. Но мы хотим идти своим путем. Do you have children? У вас есть дети? Oh, they like to have their own way. Разве они не хотят поступать так, как им хочется? But if you are parents and you allow the children to have their own way. Но если вы родитель и позволяете своим детям своевольничать, it is the darkest hour of their life. То для них это худшее время в их жизни. They don't think so. Они так не думают, конечно. Ah, but they don't know something that we know. Но они не знают того, что знаем мы. Do you know when God allows us to have our own way? Вы знаете, почему Бог позволяет нам идти своими путями? It is called in the Bible the wrath of God. Когда мы идем своим путем, то мы испытываем на себе то, что называется в Библии гневом Божьим. Turn with me to Romans chapter 1. Давайте откроем Римлянам первую главу. I don't know if I can get this across.
Я не знаю, получится ли мне, у меня донести эту мысль. But we can see this, at least I can see it in our English Bible. Но в нашем английском переводе это очень явно. If you look at verse 17 of Romans 1, обратите внимание на 17 стих Римлянам 1 главы. For therein, that is in the gospel, is the righteousness of God revealed. В нем, то есть в Евангелии, открывается правда Божия. So the gospel is revealed in the book of, in the Bible. Итак, Евангелие открывается в Библии. Now if you look at verse 18, и в 18 стихе, it says the wrath of God is revealed also. И здесь тоже слово используется, открывается гнев Божий. Then it reveals the wrath of God in the chapter. И дальше в главе говорится о том, как проявляется гнев Божий. Look at verse 21. Посмотрите на 21 стих. Because that when they knew God, they glorified him not as God. Но как они, познавши Бога, не прославили его как Бога. Neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish hearts were darkened. Professing themselves to be wise, they became fools. И не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. So what is God going to do to these fools? Что Бог с этими называющими себя мудрецами сделает? Look at three verses. Посмотрите на три текста. Verse 24. 24. Wherefore God also gave them up to their uncleanness. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. You see, he let them have their way. Видите, Бог позволил им идти своим путем. Verse 26. 26 стих. For this cause God gave them up to their vile affections. Потому предал их Бог постыдным страстям. God let them have their way. Бог позволил идти им своим путем. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. God let them have their way. Бог позволил им идти своим путем. And when God allows a man to have his way, it is the darkest hour of his life. И когда Бог позволяет человеку идти своим путем, это самый темный час в его жизни. But our tendency is like little children. Но наша склонность, как склонность маленьких детей. We like to have our way. Мы хотим идти своим путем. And if things don't go our way, we tend to want to leave and go somewhere else and get a new start. И если в жизни все не случается так, как мы хотели бы, то мы склонны бросить все и ехать в другое место. The problem is that where I am, there where I go is where I am. Но проблема в том, что туда, куда я иду, прихожу я же со своими проблемами. Whatever God is working on me here today, и то, над чем Бог работает во мне здесь, в этом месте, He's going to have to work on me wherever I go. То куда бы я ни пошел, Богу все равно с этим во мне нужно работать, где бы And я ни был. There are people here that I can't get along with, и если в этом месте есть люди, с которыми я не могу ужиться, то не имеет значения, куда бы я ни пошел, там все равно будут люди, с которыми я не смогу ужиться. And if all the people are very nice where I go, и если люди будут все очень милые там, куда я пойду, God will ask them to leave and he will send me another batch. То Бог попросит некоторых из них уехать и пошлет других вместо них, Because чтобы беспокоить we must меня. Meet the problem that faces us again and again. Потому что Бог позаботится, чтобы мы вот эту проблему нашу снова и снова встретили. The problem is not where I am. Проблема не то, где я нахожусь. I am the problem. А я проблема. The problem is in me. Проблема во мне. No problem in you. Не в вас проблема. No? Uh-huh. Okay, now we must go on to our next lesson. Хорошо, теперь давайте к нашему следующему уроку приступим. Turn with me to Mark chapter 13. Давайте откроем Евангелие от Марка, 13 главу. We're going to read verse 34. Mark 13:34. Do you believe that God has a special assignment for you in this world? Верите ли вы, что для каждого из нас у Бога есть особое служение, которое Он нам назначил? Now some people will look in the mirror when we ask a question like this. Некоторые люди смотрят как бы в зеркало, когда мы задаем этот вопрос.
Oh, they will say, but I am so small. И говорят, о, я такой маленький. Or I am too old. Или я такой старенький. Or I am too young. Или я такой еще молодой. I am too tall, I am too short, или I am too слишком fat, высокий, I am too слишком низкий, слишком толстый, слишком худой. I have too many children. У меня слишком много детей. I don't have any education. У меня нет должного образования. I don't have any money. У меня нет денег. We have all kinds of reasons why we do not think that God can have a special assignment for us. У нас столько есть отговорок от того, что у Бога для нас есть конкретное задание. Well, how many people do you think that think that way? Как вы думаете, сколько людей думают именно так? How many people do you know have problems? Как вы думаете, у кого из людей вообще есть проблемы? Well, that's everyone in the whole world. Это каждый человек в этом мире. Everyone is either too tall or too short or too fat or too skinny. Каждый из нас poor. Или слишком высокий, или слишком низкий, или слишком широкий, слишком узкий и так далее. We all have these problems. У нас у каждого есть свои проблемы. And if God is going to use only the perfect person, и если Бог будет использовать только совершенных людей, then he will find no one in the world to use. То тогда ему не с кем будет работать в этом мире. It's true. Это правда. Turn with me to Mark chapter 13, verse 34. Итак, Марка 13 глава, 34 стих. For the Son of Man is as a man taking a far journey. Подобно как бы кто, отходя в путь. This is Jesus. Это Иисус. He is talking to his disciples. Он обращается к своим ученикам. He is about to leave them to go back to heaven. Он вот-вот отправится от них на небеса. And he says he left his house, that's the church. И здесь написано, что отходя в путь, оставил дом свой, то есть оставил церковь здесь. And then he says he gave authority to his church members. И дал слугам своим власть, то есть членам церкви. And to every man his work. И каждому свое дело. To how many people his work? Скольким людям он дал свое дело? Oh. Does that mean you? Вы включены в это число? Does God have a special assignment for you? Есть ли у Бога особый труд для вас? Even if you are too tall or too short. Даже если вы слишком высокий или слишком маленький. Yes. Да. It is true. Это правда. God has a special work for you to do. У Бога для вас есть особое именно для вас задание. Now, if you believe that God has a special assignment for you, если бы вы верили в то, что у Бога особое задание именно для вас есть, what is that assignment going to look like? То как бы вы его себе представили? Will it be a great work or a little work? Было ли бы это задание такое большое? Или это маленькая какая-то работа? Will you build a big institution or a small institution? Чтобы вы построили огромное учреждение или маленькое учреждение? Do you want to work big miracles? Вы хотите большие чудеса совершать? What is it going to look like? Как вы его видите себе? Yeah. Do you remember Olga Martynenko? Вы помните Ольгу Мартыненко? Do you know her? Знаете ее? How old was she when she died? Сколько ей было лет, когда она умерла? I think she was only 35 or 36. Насколько я помню, ей было около 35-6 лет. She used to translate for me when I came here or when we went to Russia. Она переводила для меня, когда я посещал Украину, Россию. So I talked to her a couple of weeks before she died. Я говорил с ней за несколько недель до ее смерти. I am happy to say, и я рад вам сказать, that she was surrendered to God. Что она полностью предала себя в руки Божьи. She was accepting that she would die. Она смирилась с тем, что она умрет. And she talked to me only about seeing me in heaven. И она говорила со мной только о том, как мы снова увидимся на небесах. Do you think that how can I ask this? Earlier, do you think that she knew that God was going to give her this special assignment? Раньше в ее жизни, еще до этого опыта, как вы думаете, могла ли она помыслить, что Бог такое задание ей даст? Would you accept a special assignment like this? А вы приняли бы
если бы ваше задание было таким же, if God gave it to you, если Бог бы вам, вас таким путем повел. Sometimes we don't have much choice. Иногда у нас не так уж много выбора. But we can complain and criticize and murmur. Но не в нашем праве жаловаться или унывать. Or we can trust God that He knows what He is doing. Мы должны, мы или можем жаловаться и оплакивать себя, или принять и быть благодарными за Божье водительство. In Prophets and Kings 536. В книге «Пророки и цари» на 536 странице to every nation, сказано: каждому народу and to every individual, и каждому человеку God has assigned a place in His great plan. Бог предназначил особое место в Его великом плане. So God has a great work to do, итак, у Бога есть великий план. And He has a place for you и в этом плане у Него для вас есть место служения. Christ Object Lessons 327, paragraph 0. Наглядные уроки Христа, 127 страница. Not more surely is the place prepared for us in the heavenly mansions than is a special place designated on earth where we are to work for God. Точно так же, как на небесах, для нас есть место приготовленное. Вот точно так и на земле от Бога у нас есть место служения. A special place. Особое место. A place designed just for you. Место, предназначенное именно для вас. You know, we are told that God in heaven, мы знаем с вами, что Бог находится на небесах. Is designing a mansion for each one of us individually. И Он готовит для нас место индивидуальное для каждого. Well, this is true. И это правда. But He is designing a place on earth where we are to labor for Him. И также Он для нас имеет особое место служения здесь на земле. In Christian Service, в книге «Христианское служение» на 9 странице, a distinct work is assigned to every Christian. Конкретная работа поручена каждому христианину. Volume 4, 615. Четвертый том свидетельств. God has given to every man His work. 615 страница. And no one else can do that work for him. And no one else can. И никто другой не сможет эту работу совершить за него. Can you believe that? Можете поверить в это? God has a special place for you. У Бога есть особое место для вас. And if you don't do your work, и если вы не исполните свою работу, it will not get done. То она не будет сделана. Because only you are assigned to do that work. Потому что именно вы предназначены, чтобы эту работу осуществить. It's amazing. Это изумительно. In heavenly places, 228. В небесных обителях 228. He allots to everyone a place and a work. Он наделяет каждого местом и работой. And if we individually submit ourselves to be worked by the Lord, и если мы лично подчиним себя труду в Господе, however confused and tangled life may seem in our eyes, то какой бы запутанной и смутной не казалась жизнь, God has a purpose in it all. Мы можем быть уверены, Бог имеет цель во всем. Apparently, according to this, и очевидно, согласно этих слов, God's leading sometimes looks confused and tangled. Божье водительство для нас может выглядеть смутным и запутанным. We need only to accept His leading. Но нам нужно просто принять его водительство. And if we see a big mess, и если мы видим перед нами полный беспорядок, God says it is okay. Бог говорит: не беспокойся. I know what I am doing with this mess. Я знаю, что делать во всей этой суматохе. Wow, it's amazing. Это изумительно. Friends, друзья, we will always find some people who are smarter than we are. Мы всегда вокруг себя сможем увидеть кого-то, кто умнее нас. We will always find some people who are stronger than we are. Всегда будет рядом кто-то, кто сильнее нас. We will find people who are bigger than we are. Всегда будет кто-то, кто больше нас, богаче нас. Wiser than we are. Умнее. Younger than we are. Моложе. More beautiful than we are. Красивее. Sweeter than we are. Милее. God's business is not to make us look good. Но Божья забота — это не чтобы сделать нас внешне привлекательными. He is in the business of saving our souls. Но Он заботится о спасении нашей души. We'd like to succeed and to achieve and accomplish great things. Мы желаем достичь
быть успешными, чего что-то приобрести. But God says no. Но Бог говорит нет. My son, мой give сын, me your heart. Дай мне сердце твое. And I will do through you what I want to do through и you. И я через тебя совершу то, что я хочу совершить. In Ministry of Healing 5:13, paragraph 1. В служении, в книге служения и исцеления. The result 513-я страница. The result of all we do rests in the hand of God. Результат всего, что мы делаем, находится в руке Божьей. You know, I want to succeed. Знаете, я хочу преуспеть. I want to accomplish something. Я хочу достичь чего-то. I worry that I am not accomplishing anything. И я волнуюсь, если у меня не получается But достичь. God says, that is not your problem. Но Бог говорит, это не твоя проблема. The result of everything you do rests in my hands. Результат всего, что ты делаешь, покоится в моих руках. All you need to worry about is to do what I have asked you to do. Все, о чем ты должен беспокоиться, whether это делать то, что я тебя попросил. Whether it succeeds or whether it fails, it is none of your business. Будет ли в конце успех или будет ли неудача? And this is how we need to approach life. И вот так мы должны подходить к жизни. God will not love you any less if you don't accomplish a great work. Бог не перестанет вас любить или не будет любить меньше, если вы не осуществите каких-то огромных планов. And God will not love you anymore if you accomplish a great work. И также Бог не полюбит вас больше все равно, если вы что-то большое сделаете. The thing we saw yesterday. То, о чем мы говорили вчера. That which God values the highest. То, что Бог ценит превыше всего. Is that we are faithful to that which we have committed to do. Это верность тому, чему мы посвятили себя. God bless you. Пусть Бог благословит 15 вас. Minutes. Давайте 15 минут перерыв. Right here. Соберемся здесь. Спасибо.